Здравствуйте. Здравствуйте. Я по записи в 14.30. Так. Я принес триллер. Так. Так. Титульный фамилия, лист. Фамилия ваша? Лермонтов. Простите? Лермонтов. Инициалы? М.Ю. М.Ю. Михаил Юрьевич Лермонтов. Да. А на самом деле? Кукин. Так. Василий Степанович. Очень хорошо. Ну а чего Кукина не оставили? Да кто будет читать? Лермонтов сразу привлекает внимание. Я все переделал, как вы просили, и этот триллер называется «Рванье страстей на ночь». Чего там рванье? «Страстей на ночь». Я с 16 по 19 сделал здесь открытый прием. Читаю, вы спросили, перейдя. Николай подошел к Тамаре, так. Взял нож, так. Тамара спала, взял, так. Смазал его цианидом. Так. Тамара во сне напряглась один раз. Каково, а? Напряжение. Каково? Каково? Я вспомнил, Кукин. Я вас вспомнил. Вы с этим приходили опять так же. Цианид, ножички перочинные. Я вспомнил вас. Симыч. Сим-Симыч. Не Сим-Симыч, а Сан Саныч. Там было написано СС. Все, ладно, хватит. Что? А если взять, я сейчас вот просто из головы, взять грабельки? Если так, Николай взял грабельки, смазал все их цианидом, подошел к Тамаре, так. Там 12, Тамара во сне напряглась, 12 раз. Да хватит мне напрягаться, с этими Тамарой, это цианиды, это напряжение. Стоп, а если Николай взял ведро цианида? Не надо! И потом не понимаю, кто такая Тамара, кто она? Это имя мне близко. Кто она такая? Меня тещу так зовут. Да кому интересно, что вашу тещу нужно обливать цианидом, и ее зовут Тамара? Кому это надо? А если взять нейтральное имя, Виолетта Карловна? Какая разница? Идите вы со своей родней. Посадите ее. Это ее сестра. Цианид. Такая тварь. Да кому на нее это цианида и цистерны не хватит. Ну, Кукин. Ну уже сил нет, это вот этот баян ваш. Как это можно прочитать, вот этот баян? Как его можно прочитать? А я не собираюсь его читать, я писатель. Я написал, пусть читают другие. Все, я вспомнил. Сим-Симыч, у меня есть один. Нет. Один листик. Завтра, послезавтра. Другое время, через год. Я зачитаю. Через год. Я никому не читал, называется «Дупло». Исторический опус. Простите? «Дупло». Фабула простая. Только побыстрее. Партизанский отряд затаился в дупле. Значит... Простите, где? В дупле. Значит... Подождите, Кукин, подождите. Вы мне это... Это что за дупло такое? Белки выели. В лесу был голод. Так. Белки выели дупло. Так это что за дупло, если партизанский отряд там... Что он там делает? Таится. От кого? От врага. А враг где? В соседнем дупле. А он что там делает? А где ему таиться, если на всю степь всего два дерева? Есть варианты? Я бы их зря туда не засадил вообще. Решайте сами и... Кукин. У меня есть еще пару таких детских триллерков. Сейчас это в ходу. Есть такой триллерок «Пчела в ноздре не жужжит». Или «Дятел долбит кору головного мозга». Сим-Симыч, берите, не пожалеете. Нет. Сим-Симыч. Нет. Или нет. Отнесу в юный натуралист, я там возьмут. Не надо там мне... Там такие дупла на вес золота. Нет, Кукин, нет, никаких дуплов. Все. Я не понял, так у нас что, конец сценки? Да.